И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с модом Ark Eternal и все так на сервере Eternal 15 XPV плюс модс. В общем, пока что все еще играем здесь. И что будет дальше, даже я не знаю. Вот, и, собственно, хотелось бы начать с того, что... То, если вам что-то не нравится в моих видосах, как я говорю, что делаю, вообще не нравится, идите нахуй, идите нафиг, потому что выход, где вы все прекрасно знаете, а уже идти туда или же не идти, как говорится, вам решать. Если же вас все устраивает, то переходим к хорошим новостям. Во-первых, да, спасибо. Написали в комментариях, что я немножко не ту броньку одевал. Я сам уже заметил, когда уже запись закончила, я такой навожусь, такой... Я не помню, на что я навелся, я такой... да ладно, это не 1300, да, допустим, а это 13 тысяч. И в общем, короче, у меня сейчас... пятизначное число брони, кроме везде, кроме броньки. Здесь 9,5 почти. Общее число брони это 59,5 тысяч. Тысяч. 59,5 тысяч. Это я не представляю. Даже охота найти какого-нибудь чубрика и вдарить ему в лицо, чтобы он по мне тоже ударил. Я проверил, сдохну или нет. Ну, понятное дело, здесь на острове никого нету. Ну и хай с ними. Что же дальше? Мне пригнали раптора, причем недавно пригнали раптора. А, кстати, да, я не знаю, будет завтра стрим, не будет. В субботу, это если что. Записываю я пятницу, просто думаю, блин, ну, есть у меня время, но надо записать серию. В общем, короче, если что, это все, то, что было до стрима. Вот, а если бы не было стрима, то я просто не хотел запускать стрим. Знаете, я просто не хотел запускать стрим, было дерьмовое настроение. Вот, ну, в целом у меня сейчас идея только лишь то, что на стримах поубивать боссов, почему бы и нет. Ну, а там уже посмотрим, а вы уже посмотрели, собственно, был стрим или нет. Вот, в общем, пригнали мне вот такого раптора-мужика пригнали, я сразу его надел на него седло. Ну, конечно, соточку меньше левел, нежели здесь, но в целом неплохо, спасибо. Спасибо, теперь есть раптор-мужик, все отлично. Да, вот для Prime Rex было бы неплохо мужика, в том плане, что укрепление узами я бы точно не повредил. И пригнали мне волка. Волка я... принял подарок чисто тупо из-за того, что, ну, мне же лень томить, а волки мне нравятся. Вот, начнем, пожалуйста. Да, Дримас, везде Дримас. Дримас, здесь у нас ID Pro, так, там я. Ага, надо будет сейчас сделать, что-то я стартанул чутка раньше, нежели... хотел кое-что показать. Ладно, погнали. Что же я хочу? О, точно, я сначала сделаю, а потом, короче, это... Да, все, я придумал. А вы узнаете скоро, что я придумал. Так, сейчас вот так вот поставлю, чтобы жопа у нее не мешалась чутка. Так, да, здесь бутылка хранится, все нормально. В общем, продолжаем эволюцию, продолжаем... Ой, блин, я аж сам застрял что-то. Продолжаем эволюцию, здесь... этому чуваку, ты же чувак, да, чувак, да, ты чувак, да. Чуваку уже 535 лет, долгожитель, не спорю. Конечно, меньше, чем раптор, но все же. И этого вполне достаточно. Ему 25 лет было достаточно, ну ладно. 25 киблов, Матрикс Кор, по 25 киблов, Матрикс Кор, ДНК и Дайна Харт. А, ну еще примачевское мясо надо. А то с козлина мне сейчас там все гибло сражаются, получим. Такс. Эти у нас по 8 идут. Так, вот эти у нас 25 идут. Кстати, вот вы мне писали, вот дофига нужно будет киблов и так далее. Не спорю, киблов нужно дофига. Этерновских. С альфа-киблами я вообще проблем не чувствую. Ну, блин, они у меня только больше увеличиваются и увеличиваются. Короче, вот так возьму. Все увеличиваются. А вот с Этерном, конечно, проблемка. Ну, это как проблемка? Я уже недели полторы просто никого не фармлю.
Ну, они сравнительно так набивались. Ладно, погнали, что мне еще нужно? Данахарт и данный ДНК. Точно, точно, точно. О, рамачевское мясо. Так, данахарт, данный ДНК. Так, возьмем, вот так возьмем, вот так, короче, и вот так вот. Я вот тебе, короче, вот так вот. Ой, а нафига так много-то я взял? Там же всего по 8 их нужно было. Ладно, понеслась. Так, загружаю тебе все в ляху. Сначала хавку, нажали хавку. Сердца ДНК, потом, короче, вот это, и, короче, такой... Матрикс Кор, окей, погоди, 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 погоди. Так, вот это, короче, забираю. Где кибла, кибла, кибла? А так вот, а то сейчас начнешь меня жрать, эти кибла. Знаю я тебя. Ну, хотя альфа кибла я мог и оставить, ну да ладно. Все равно еврея в этом плане. Так, с Матрикс Кор. Ну, давай возьмем пятюрю, почему бы и нет. Я ж такой прям весь богач теперь на Матрикс Кора. Так, погнали. Один, так, это тоже скинем. А, да, ой, факин щит. Не то нажал, почти. А теперь вот так, короче, потом вот так все, короче, забираю, отжал просто у него. Безбожно взял, все отжал. И все пучком. Что же я хотел сделать? Я же говорил, я придумал как труп-платформа для лутания обелисков, ой, артефактов, а в итоге я так и не сделал. Ну, сейчас пока будем дожидаться... у вас голова закружилась, у меня почти. Пока будем дожидаться этого... А что будет, если... Не, я даже не хочу проверять, у меня такая хорошая бронька, не хочу проверять. Ау, да, давай, давай. И да пребудет с тобой сила огня, молнии, света, воздуха, земли и еще чего-нибудь, давай уже превращайся. И будь ты аллозавром. Белозавра, аллозавра, вот она, отлично. Аллозавр. Так. Шпунькс. Что? Во-первых, так. Ну, во-первых, на, набирай года сразу же. 35 лет ему надо. Ну, вообще фигня. Так. Один Матрикс Кор. Киблы, собственно, как я и думал, да. По сути, нужно будет только киблы взять. Вот. По 10 данных ДНК, данных хард. Вообще, не проблема. Полная фигня, я бы даже так сказал, сравнительно. И все замечательно. 35 лет набиваем, набираем киблы. И все пучком. И превращаем в тебя. В Рекс. Да. Ну, а пока пауза, я... Платформу пошел строить. Начальником, а строить платформу надо. Ну, собственно, я построил платформу. Заняло это буквально пару минуток. Была загвоздка, но сейчас я объясню, что за загвоздка. В общем, раньше было как. Подходим к артефакту. Залазим в него. Лутаем его. Запрыгиваем. И ложим. Сейчас же, как я, то есть, настолько идиотская идея, что было это просто тяжело до этого не додуматься. Сейчас же что мне нужно сделать? Пригнать к артефакту и стоять спокойно, налутывать себе и налутывать, налутывать и налутывать, налутывать и налутывать. И больше ничего мне, черт побери, не нужно делать. А самое главное, не нужно туда-сюда прыгать и разбивать себе ноги чертям собачьим. Да, это... оказалось настолько легко и глупо, что я даже сам не знаю, как я до этого сразу-то не допер. Честно, я забываю про эти платформы дебильные, что если уж на то пошло. Вот, в чем была загвоздка? Это сраная, долбанная стена, точнее, потолок, не хотел ставиться здесь. Как же у меня получилось его поставить? Я поставил стены на уровень ниже и, соответственно, поставил потолок. Ну, а стены потом брал. То есть, сейчас смотрите, я такой стою, опаньки, ну-ка, да, давай, куда-то залутаемся и вот тогда положим. Здорово, да? Вам так вот, я думаю, так намного удобнее будет всем.
Я просто смотрел, как на кицалях и так далее. Все на кицалях ставят примерно такую же систему, как и я. То есть ставят шкаф и ставят на нем все. И все. Больше ричури делают. И это вполне всех устраивает. Не спорю, конечно, удобно, но каждый раз туда-сюда прыгать, это ноги же сломать можно. А так вот, поскакал себе спокойненько, все, опустил вниз. А зачем мне туда-сюда подниматься? Ну, можно лестницу поднять наверх, то есть, чтобы можно было забираться, как бы. Это если вы не один. А если в один, то можно будет и вот так чисто через управление залазить на платформу наверх. Легко? Я думаю, что легко. И я надеюсь, вот такой, так сказать, идиотской, пожалуй, тактикой, но я вам очень даже помог в плане лутания. Ну, погнали. Слышь, жопа. Взял, без меня улетел. Беспредельщики, а. Вот такому доверяй. Тоже мне. Питомцы. Кидала ты. Без меня улетел. Вечная прогрузка деревьев у меня на базе с какого-то перепоя. Текс. Пропустите, пропустите. Ценный груз, ценный груз. Пропустите, ценный груз. Блин, куда бы тебя припарковать-то, зараза, а? Ну, давай на место на свое припаркую тебя. Только чтобы хвостом по щам не получал. От бронтача до... Индоминус Рекса. Такс, что у нас тут с годами у тебя? Набрал ты нужные годики себе? Ёб твою ж налево. Слушай, если не ошибаюсь... Один год, одна минута, да? Да, один год, одна минута. Твою мать. Твою мать. 35 минут. Ну ладно, что поделать, что поделать, что поделать, что поделать, что поделать. Что поделать, на паузе посижу, что поделать. Блин, что-то с эволюцией у меня, короче, как-то не прошенький, однако. В том плане, что ждать реально долго. А чё ждать-то? Ну-ка пошли-ка посмотрим, какой ты там дамаг наносишь. Ты ж типа у нас такой матёрый весь. Пошли посмотрим. Так, куда тебя телепортнул? Так, это у нас... Чё это? Подкова. Подкова это вот эта подкова. Здесь вот это вот у нас. Давай сюда. Ну пошли посмотрим дамаг. А то мне интересно, чё он по дефолту сколько дамажит. Вам интересно? Мне интересно. Я думаю, вам тоже интересно. Блин-то! Иди сюда. О, 13 500. DNH добавился. Слушай, а ты добавляешься DNH за то, что я там типа убиваю? Нет, не добавляешься, жаль. Я не хочу. Я... Какой левел? 60-й. Хочу. Оу, oh, yeah. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Я грозное оружие. Алазавр убивака. Нам-нам-нам-нам-нам. Не деритесь. Прикольно. Даже на таком же алазаврике можно побегать вполне неплохо. Особенно если его вкачать в дамаг. У него, учитывая, что урон все... Твою мать. Ну-ка, давай-ка посмотрим, давай посмотрим, давай-давай-давай-давай посмотрим, посмотрим, посмотрим. Было? Ух ты, нифига, орешь ты как в натуре прям... Давай-ка, кстати, прикольно, такой в воздухе висит. Так. Даже не туда зашел. Прикольно. Так, увеличил я в итоге, короче, ему на 2000, да? Плюс-минус. Посмотрим, насколько дамаг увеличится за 2000. Кстати, вот этот птерчик, он уже вроде давно там летает. Погоди, ага, вот так. Я думаю, что я прямо-то не бегаю. Ну-ка, его вообще уже заклеймить-то можно? Мне кажется, его можно заклеймить уже. Потому что он здесь уже очень давно летает. Ну-ка, давай посмотрим на баг. Чипанька, 41 тысяча. Нормально, нормально, да. Вся проблема, конечно, здесь это Matrix Core. В чем проблема для первоначального развития? Вот такой алазаврик, так сказать, с нуля, это просто кайф. Но вся проблема
в чем именно вся проблема, он нафиг не нужен. Да, на начальном этапе было бы здорово иметь такого лазаврика, которого ты просто закиблы добываешь в таком духе, да. Во, отлагало. Вот, ну, сейчас это немножечко нафиг надо. Ладно. Подобываем еще немножечко, точнее, поразвиваем его немножечко, подождем, пока он вырастет. Ты скоро станешь взрослым. И станешь большим, могучим Рексом, да. А, сколько там тебе еще осталось-то, ептель-моптель? О, еще 11 годиков. Ладно, подождем. Эх, красота. Светло как днем почти. Здорово. Что я сделал? Ну, во-первых, я поставил сюда... Куда? Поставил сюда один светильник, поставил наверх кристалл и поставил один светильник. Именно одного было достаточно. Сначала поставил 5, упоролся, короче. Я тут просто сижу такой, да ну нафиг, нифига не видно. Вот, и в целом это было достаточно. Здесь я пока еще нигде ничего не ставил. Ну, а здесь по определенной сетке я устанавливал светильники. Ну, пока так, как есть. Давайте я покажу вам, как это сверху выглядит. Как видите, территория нехило так освещается, этого вполне достаточно. Ну, кстати, светильнички вы можете увидеть, вот эти точечки, как у меня светильнички стоят. То есть они по определенной сетке идут, и эта сетка вполне неплохо освещает в этом плане. Такс. Слази! Слази, ёпт! Слази, ёпт! 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 Мне музычка не нравится. Мужичка, дайте другую музычку. Ну, давай вот такая выберет. Хорош ты в натуре. Вот, пока я это со светом возился, немного артефактов подлутал. Ну, там чуть-чуть, пару штучек, ну, штучек 5-7. Вот, года набились. А сейчас даже, кстати, уже один лишний. Пока я вам рассказываю, что да как, да где, уже один лишний набился. Артефактов у меня сейчас на данный момент немного. Самая малость, как бы, но суть в том, что сколько есть. А, кстати, я вспомнил, из-за чего, с чего все началось. Познание того, что у меня бронька имеет 11 тысяч, а не 1000, именно с перчаток. Причем я сразу выбил именно 11-тысячные перчатки. Вот такие вот дела, как говорится, бывают. Самое главное, смотрите описание, и все будет замечательно. Ну а сейчас, что мне нужно? Мне нужно... Блин, а я забыл, сколько мне киблов нужно. Как говорится, последнюю эволюцию на сегодня, не то смотрю. 30-30, 10-10, отлично, понеслась. 30-30, 10-10. Куда залез? Так... 30, 10, 10, 1, и если что, это я кликаю по мышке двойное нажатие, то есть двойной удар. Ну, у меня мышка имеет такую кнопку, я думаю, это практически у всех есть хотя бы такая кнопка, практически у всех, поэтому как бы вместо того, чтобы нажимать двойной клик, я кликаю по нему. Быстрее. Так, все. Собираем. Ну, во-первых, уровень сбросится. 26 левелов сбросится. Вот. Ну, а во-вторых, посмотрим, что, как, да где. Если я не ошибаюсь, прошло все-таки почти полчаса. 20 минут. Был дамаг 13 тысяч, да? Посмотрим, насколько дамаг увеличится. Просто тупо из-за апгрейда, назовем так. Эволюция. Вот такие вот делихи. Давай. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось самая малость. И ты сможешь это сделать. Давай, короче, так сделаем. Опаньки! И... Чпоньк! Слетел.
Эх, ноги переломал нафиг. Стой, 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 стой. Куда ты какой быстренько, а? Ты смотри-ка. Так, ну давай посмотрим. Во-первых, твой левел. Да. Во-вторых, здоровье. Нехило. Урон. Проверим. Что нужно дальше? 50. Dino Age. Окей. Качайся. 50 Dino Age. Альфа Киблы. По 50, короче, Киблы. И по 15 ДНК и сердца. ДНК, сердца, фигня. А вот... Киблы, конечно, да. Не спорим. Погнали, посмотрим дамаг. Кстати, я сейчас на обычной гамме играю. Просто кайф. Просто кайф. Погнали, посмотрим дамаг. Ну, алло, ёпта. Какого фига он не хотел залезть? Вот. Такие вот дела. Так, давайте. Раз уж... Ой, нафиг затоптал к чертям собачьим. Вот там кого-то расконоёбило. В общем, дамаг, как видите, увеличился пропорционально. То есть сейчас стал дамаг 20 тысяч. Был у стокового 13 тысяч. Давайте прибавим плюс 2 тысячи. Сделаем также плюс 2 тысячи. Было 1000, ну примерно так, да? Плюс 2 тысячи дамага я сделал. И стало плюс 38 тысяч в плюсе по дамагу. В целом уже прикольно. Уже прикольно. И как я уже говорил, если бы такой был бы на первоначальном этапе, это был бы просто кайф. Получить такого мощного Дина на таких ранних этапах, это было бы кайф. Что это такое? А что так все деревья освещаются? Мне даже интересно. Я так и знал! Если я не ошибся. Так, ну-ка. Или я ошибся, это просто так деревья. Нет, это просто к дереву забагалось. Да что такое? Да, это просто к дереву забагалось. Интересно, ну-ка давай его срубим. А что за фигня? А в чем прикол? Рассвет настал вокруг деревьев, что ли? Да уж, ладненько. Это загадка мне непонятна. Потому что именно, как вы видите, кругами все. Все прям кругами. Там бронточи ходят. И именно вокруг деревьев. Точками. Даже интересно, из-за чего это так. Пишите свои догадки в комментариях, догадки и мысли по этому поводу. Да и в целом, все, что касательно... данного выпуска, данной серии и так далее. Так, все, погнали уже на базу. Эй, вперед! В общем, вот так вот, ну, вполне весело, знаете, вот эволюционировать это вполне весело. Конечно, косяк в том, что приходится ждать. И ждать немало приходится. В этом плане, конечно, я не спорю, это напряжно. Но с другой стороны, когда у тебя дело так. По горло, так сказать. Вот я занялся наконец-то в какой-то веке, занялся освещением. И сделал все, что задумывал уже давным-давно. И сейчас, как видите, у меня база хорошо освещается. Уже удобнее хотя бы по базе ходить. Вот. И что еще? Потихонечку, глядишь, начну стенки возводить, да крышу возводить. Все-таки, может, у меня когда-нибудь будет ангар, а не сарай со стенами. Вот такие вот дела. Ну, а эволюцию либо я продолжил на стриме, либо я продолжу в следующей серии. Посмотрим, что-то когда делать. Наверное, я все-таки... что-то сделал на стриме, что-то сделал на серии, там посмотрим, я еще пока что не знаю, вы, возможно, уже знаете. Ну а на сегодня уже все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать,
Ты, конечно же, делиться моим видео своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.